Жители Киренска теперь могут спать спокойно. Городская котельная вновь работает штатно. А ведь еще 1 марта ситуация была не то что далека от идеальной, а, можно сказать, катастрофической. Температура в квартирах 10 домов не превышала 12 градусов тепла. Пришлось даже закрыть школу. Причиной ледникового периода локального масштаба было отсутствие на теплоисточнике угля. Решить проблему с топливом удалось только за счет резервного запаса Иркутской области. Минувшая зима вообще преподнесла немало сюрпризов. И в первую очередь речь идет, конечно же, о количестве осадков. Их в регионе выпало не просто много, рекордно много. Высота снежного покрова на юге региона сегодня максимальная за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за последние 132 года. Среднее количество снега высчитано давно и равняется 26 сантиметров. Этой зимой высота покрова составляет 41 сантиметр. Примечателен еще один факт. Превышение нормы осадков зарегистрировано в каждом месяце, то есть в декабре, январе и феврале. Да о чем говорить, если даже первая неделя марта также добавила в общую копилку несколько сантиметров. И все бы ничего, ведь многие наверняка любят, когда осадков много. Вот только вряд ли в их числе жители низменных районов. Ведь рано или поздно снег превратится в воду, и вполне вероятно, что паводки в этом году также пройдут не по среднестатистическому сценарию.